Мне 37 лет. Это мой муж Себастьян. У нас с ним трое детей. Живем в Германии. У нас с ним отношения стали намного гармоничнее, намного искреннее, намного душевнее. Стало появляться понимание с полу, не то что с полуслова, с полувзгляда. И это настолько, настолько становится хорошо, тепло и уютно рядом с таким вот хорошим человеком. Я прошла семинар «Магия любви», и благодаря этому семинару не только улучшились вот отношения с мужем, но и у него, лично у него, я делаю практики, а у него происходят изменения на работе.